Тематика очередной выставки мебели «Пинскдрев» была максимально приближена к домашней обстановке. Здесь была представлена мебель в двух новых программах – классическая из массива и ламинированная. Для программы корпусной мебели из ламинированной плиты мы предлагаем совершенно новые декоры ламинированной плиты, которые были представлены совсем недавно на немецкой выставке в Кёльне. И мы стараемся как можно более быстро, оперативно среагировать на предложение европейского рынка и внедрить это в своей производственной программе. Все декоративные новинки можно было увидеть на примере корпусной мебели под названием «Комфорт». Это сочетание монохромного серого цвета и такого облицовочного материала, как дуб. Причем фактура древесины выглядит максимально натуральной, как если бы ее только что использовали после распила. Сегодня это в тренде. Надо отметить, «Пинскдрев» первым в Беларуси начал применять современные декоративные материалы в сочетании древесных и недревесных фактур. Что касается классической мебели, в коллекциях использовали традиционную деревообработку, резьбу и декоративную подборку облицовок для фасадов. Правда, на стеклах появилась гравировка, чего не было ранее. Тенденция, она как и была, так и остается. Это как бы два основных направления. Доступная по цене мебель и, конечно же, классическое направление, оно не снимается, так сказать, с передовой. Она постоянно имеет своего клиента, имеет своего покупателя и своих приверженцев. Ну, учитывая то, что, допустим, наше общество, оно как бы не стоит на месте, то различные направления и молодежные, и немолодежные, поэтому и предлагается мебель, соответственно, вещи стиля и класса. То, что пинские мебельщики идут в ногу со временем, можно было убедиться воочию. На выставке были представлены наборы мебели в современном стиле минимализма, а также со светодиодной подсветкой, которая так популярна сегодня на Западе. Среди новинок – трансформируемая мебель. Легким движением руки журнальный стол превращается в обеденный, а комод – в туалетный столик. Новинки этого года оценивали партнеры пинского предприятия. Некоторые приехали на выставку не в первый раз. Сегмент, с которым мы работаем более 8 лет, это полностью 100% занимает именно фабрика мягкой и корпусной мебели «Пинскдрев». На каждой выставке происходит презентация новинок. Это, конечно же, имеет смысл. Развитие и какие-то дальнейшие шаги фабрики показывает. Расширение модульных программ, расширение линейки классической мебели – это очень хорошо приветствуется клиентами. У меня, значит, салон, бренд, который идет в рекламе, белорусская мебель салона «Колорит» в Костроме, в этом плане. Значит, ну я начал с Пинска, хорошее качество, хорошие цены, которые, значит, подходят для наших покупателей. В качестве своей продукции уверено и пинское предприятие. Для улучшения эксплуатационных характеристик «Пинскдрев» использует только немецкую фурнитуру фирмы «Хеттих». К слову, все представленные на домашней выставке коллекции планируют запустить в производство. А это значит, что все новинки получат новую жизнь.